Беженцев в транзитные лагеря. Венгрия ужесточает миграционное законодательство. Гуманитарным визам нет, решает Европейский Союз. Суд. Все подробности новых европейских миграционных нововведений узнаем от Татьяны Лагуновой. Гуманитарных виз для беженцев не будет, по крайней мере, обязательных. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге. Он постановил, страны ЕС вольны сами решать, выдавать просителям такие въездные документы или нет. Иск подала семейная пара с тремя детьми из сирийского города Алеппо. В прошлом году они сдали документы на визы в посольство Бельгии в Бейруте. Семья хотела легально попасть на территорию ЕС и уже на месте попросить убежища. В визах им отказали, и сирийцы оспорили решение. Суд навстречу не пошел, во многом, чтобы не открывать новый путь для беженцев в Европу. Нелегко теперь придется и беженцам, которые ищут приюта в Венгрии. Сегодня парламент страны ужесточил миграционное законодательство. Всех просителей убежища, пока их документы не рассмотрят миграционные службы, теперь будут содержать в транзитных лагерях в приграничных зонах. Закон, который одобрили большинство венгерских депутатов, предусматривает: содержать беженцев будут в грузовых контейнерах, запретят им покидать транзитные лагеря и свободно передвигаться по стране. Одновременно с драконовскими миграционными нововведениями Венгрия начала строительство еще одного, уже второго забора на границе с Сербией. Решение построить первую стену правительство Венгрии приняло очень быстро, и забор получился не идеальным. Контрабандисты, торговцы людьми могли прорваться через него с помощью инструментов. Новая стена будет оснащена датчиками движения и камерами, реагирующими на тепло. Миграционную политику Венгрии уже раскритиковали ООН и Европейский Союз. Брюссель снова пригрозил Будапешту санкциями за нежелание принимать беженцев. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».